Надо попиариться. Надо поддержать пацана. Короче, давай. Вот, ну как обычно, я произнесу свою коронную фразу. Классика жанра, чё. Короче, все, что здесь было до этого, это полная хуйня. Да. Слушайте эмо-шансон. Давай, ебаш. Ну, а кто-то любит вообще эмо-шансон? Наш дядя Юзик – ресторанный гардеробщик. Всех за спасибо одевал и раздевал. Наш дядя Юзика никогда на тех не ропчет. Ну че, ребятки? Кто за услуги раны отдавал. Братиш, слышь, че не танцуешь, а? Счет, блядь. Давай. Я тебя раздену, а потом одену. Я южный и горячий человек. Посидим еще немного. Денежки приготовили, а? И дядя Юзик знает каждую улицу. У кого мобилку отработать, я не понял, бля. Он даже знает, у кого какие губы. На туре, бля. И у кого какое на руке кольцо. Пацаны, давай! А я тебя раздену, а потом одену. Бля, я южный и горячий человек. Так что, ребята, мы...